друзья, ну вот и решил я записать вложик вам. Надеюсь, вам понравится. Поставьте лайк обязательно. Остановите видео и поставьте лайк. Поставил я цели до конца года. Надеюсь, это все сбудется. Вы мне поможете, надеюсь. Подпишитесь на Инстаграм, ВКонтакте и на YouTube обязательно. Пожалуйста, умоляю вас. А мы начинаем день. Сейчас со Славой встретимся. Вы видите Славчика. Че, как дела, Слава? Все окей, идем на треню. Сейчас у нас, кстати, примерно... Сколько у нас примерно градусов? Не знаю, 3. Короче, ребята, сегодня я был на трене, сняли с Саньком зарубу. Я не знаю, когда это видео выйдет, выйдет ли уже заруба или нет. Но это было вообще дико просто. Мы прокачивали грудь и прокачивали битку. Не буду спойлерить, потому что не знаю, выйдет до этого или после. Но увидеть это было классно. Вот кто так останавливается, а? Правонарушение. Сними номер. Не снимай номер. Тина, почему он нарушает, а? Потому что это такси. В комментах часто пишут, почему я общаюсь с подростками. А ответ очень прост, потому что они мои дети. Бать, ну ты чё, это же зашквар. Меня же теперь в школе засмеют. Ну, ребят, не смейте его. Пожалуйста. Пожалуйста. А на самом деле, короче, так получается, что... Мы ходим на турнички-брусья, туда взрослые не ходят, они обычно в зал ходят. Ну, либо просто работают, и поэтому приходится гулять с мелкими. Мы присутствуем на месте событий. Здесь, как обещали местные депутаты, должны были построить хорошую площадку с качественным покрытием, на котором не страшно будет отпускать детей гулять. И посмотрите, что из этого вышло. Куда уходят все деньги, которые выделяются с наших, как это называется? Карманов. С наших карманов. Куда уходят все наши деньги? Узнайте дальше. Итак, друзья, сейчас этот великий спортсмен вам покажет, как он делает на максимум подтягивания, отжимания на брусьях и отжимания от пола. Такое чувство, как будто он с 20 килограммами на поясе подтягивается, еле-еле такое. Ты главное не считай, ты просто считай, типа, раз, два, не надо вот это вот, раз, давай раз. Раз, два, три, четыре, пять, вышел винтик погулять, и теперь без него не фурычат ничего. Раз, два, три, четыре. Тридцать два раза. Сойдет. 19, 32. Сейчас от пола посмотрим. Да я угораю, не могу, ты шепотом говоришь. То ему громко не нравится, то шепотом не нравится, вообще непонятно. А сколько он сделал? Не знаю, 14. Так и проходят наши тренировки. Мне интересно, почему ты отжимаешься вот так? Ау!
Я твой методик выставлю. Твои фанаты хотят тебя! Давай! После такого я ничего делать не буду. С-мотивация. Не, я сегодня отдыхаю, все это конкретно. Так я сегодня вот он тоже отмазывается. Его фанаты, короче, все, вы его не фанаты уже. Поняли, да, фанаты Андрея? Вы больше не его фанаты, слушайте нас, нам виднее. Спасибо за внимание, до свидания. Вот скажи, вот люди, которые пишут эти сообщения, мне 14 лет, мой вес 56 килограмм, мой рост 153, а как мне похудеть, сбросить вес под шус? А что ты думаешь, вот, например, вот, люди, которые пишут такие комментарии, как «мне 12 лет, я вешу 90 килограмм, я подтягиваюсь 96 раз». Вот это да. Вот это непонятно. Вы что, дебилы, что ли? Снято! Все, ребят, вернулся домой, на улице дубак дикий, наверное, минус 3 по-любому стемнело уже. Спасибо за внимание, поставьте лайк этому видео, если хотите блогов еще напишите, и поставьте лайк обязательно. И увидимся в следующем выпуске. Пока!